Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ребята, мы решили тут немножко побегать в игрушке Robot Race. Да, жирки растасти. Да, да, наконец-то у нас что-то такое подвижное, и будем с Юлей бороться. Кто получит лучшие результаты, тот и молодец, да, правильно? Да, я тут думаю, бороться-то долго не придет. В общем, ребят, написал мне разработчик про эту игру, сказал, что очень интересно, и действительно я могу сказать, блин, с жопой насел. В общем, все как обычно, раннер, но мне почему-то эта игрушка, я не знаю, напоминает Human Flat... Fall Flat. Мишка все перебрал. Вот, я не знаю, человечек мне это напоминает, вот, который такое чувство, что он. Короче, у тебя сейчас все человечки, у которых есть голова, ножки, ну, ручки, нет, они рисовку похожи. Прям один в один. Три попытки и меняем персонаж. То есть сейчас бегу я, собственно, Миша, да, это не Юль сейчас говорит. Вот. Не может быть. Ну, мало. У меня, может, голос прорезался. Ай, свинота какая. Ну, запомни, у меня просто там, я, видишь, какой мастер, 600. Я думал, ты сейчас, как его там, шансон скажешь. Это я предлагаю новую марку телефона, Шемсот. Да. В общем, шутка это... божественная просто. Ну, сам я Бог написал тебе и прислал мне, как бы, закладкой в Библии. Бог от Петросян же, Бог юмора. Для меня, да, для меня именно так и есть. Кстати, немножко к игре надо вернуться. У нас здесь какие навыки, а то играем, а об игре ни слова не сказали. В общем, собственно, вы видите, что я могу скукоживаться, это на правую кнопку. Также я могу на пробел превращаться в Юлю, вот так раздуваться. И разбивать стекла, то есть ломать стекло. Собственно, я ломал стекло. Это тоже шутка, я, видимо, из той эпопеи, когда... Ладно. Я, видимо, из той эпопеи. Собственно, есть один лайфхак. Ну, хорэ, это мой лайфхак. Юля разработала, чтобы добить себе очки. В общем... А интересно, засчитывается, слушай? Да, считается, смотри, сколько. Бах! Слушай, это все благодаря моему лайфхаку. Точнее, это не лайфхак, а чит-код. Знаешь, как один придумывает, а другой доделывает в идеале. Вот, собственно, и мастер по бегу доказывает свое звание. Юля выдвигается. Я даже эту попытку не знаю, считать, не считать. Давай у Юли будет 6 попыток все-таки. Да, действительно, будет 6 попыток. Мастер по раннерам. Местный чемпионат мира, Юля. Чемпионат мира? Да. Ты меня не смешит. В этой квартире отвлекаешь. Был чемпионат мира, и был один участник Юля, и она победила. Она молодец. Ладно, давай не будем отвлекать Юлю. Да, кстати, есть ускорение на W, то есть вы можете ускориться или замедлиться. Юль, мне кажется, здесь Юля на вот. Мне кажется, разработчик даже не думал, что такая тема есть. Да. Сколько я интересно. Я дал этим людям ноги, чтобы они бежали, а эти. Слушай, неплохо. Да, not bad. Слушай, вообще. Но с моим результатом тебе не сравнится никогда. Ты понимаешь? Ты всегда будешь ниже где-то там. О, молодец, молодец. Слушай, ты прям мастер, фломастер. Чё тебе как много стёкол надавали? Давай, скукожился в бассейн. Так. Сплавал, скукожился, всё отлично. Вот эти столбы, блин, ну как... Ох. Да что ты делаешь? Почему? Да как мне было тут сделать-то? Нажай, ты рано отпустила пробел. Ладно, Юль, давай. Я не отпускала! Ты нахера в середину ты летишь? Ну я хотела проверить. Видишь, я не отпускаю. Ну, типа, умираешь все равно. Да. Юль, так будет пробел, когда расширяется прям. Пипец. Ладно, давай. О, я жива. Вот, кстати, сейчас, мне кажется, и придет. Нет, не конец. Вот эта попытка твоя последняя. Все. Иди отсюда, как говорится. Лошарда. Так, ребята, обязательно присылайте свои рекорды. Попробуйте эту игрушку и скажите, как вы в ней сыграли. Вот. Да. Там мой рекорд вы короче, видели. Ставьте 742. Лайк, ставьте лайк этому видео, если вы набрали больше, чем было. Мне кажется, каждый первый нажмет, который попробует. Ну, ладно. Я для этого и говорю. Хитрый код. Конечно. Ну ладно, ладно.
блин! Ого! Да, блин! Я тебе отвечаю, либо да. у нас пробел сломала какая-то жучка, либо у нас проблемы Хьюстон. Я не знаю, что у нас проблемы. Он реально не действует, вот просто отключается в какой-то момент. Может, он какое-то время действует. Ой, какой я хороший. Блин, козел я какой. Ладно, побежали дальше. Это что, у тебя последний попытка? Ах ты какая. Вот я, значит, такой думаю, ладно. Ну ладно. Бегает это. Пускай этот бегает. Хорошо, хорошо. Допрыгну? Нет. Да. Нет. Йоу. Чего нет, если уже допрыгнул? Нет, я говорю нет. Интересно, здесь есть конец? В моей виртуальной реальности ты не допрыгнул. Ой, виртуальный. Ну, короче, параллельный. Я ломал стекло. Опа, видала? Как шоколад. Шоколад не виноват, на самом деле. Пацан к успеху шел. Молодец. Ты тоже к успеху. Мне кажется, я к успеху иду, и здесь как минимум рекорд будет побит предыдущий, где было 700, по-моему, 42 очка. Ладно, давай. Теперь играет профессионал. Псюлия, давай. Псюлия? Псюлия. Ну что, покажи все, что ты можешь. Юль, такое чувство уже одинаковое. Да вот... Миш, ну я как? Я понял, что... Я не понимаю, может, я что-то неправильно делаю? Ну не срабатывает, ну не катит так, понимаешь? Нужно чуть позже тогда прыгать перед шипами, все будет хорошо. Всего хорошего. Так, ну, как мы знаем, игрушка совсем ранним доступе или что там. И как вот здесь было? Мне кажется, пора добавить персонажей, да, новых. Да. Типа Кукарекмана и все остальное. Пусть будут они везде. Заказ. Ого, и как? Ну, блин, ну, я рано отпустила. Ну, сложно. Для ну, Юли, вообще, для меня Юли. Прям. Мне кажется, Юле нужна вот специальная подписка, специальный уровень сложности. Надо было разработчик. For Debils будет называться. Там специальный... Да ё-моё, ну, Миш, ну просто, я не знаю, но мне сложно попадается. Ой, я забыла, на какую кнопку надо. О, да. Профессионализм. Ну вот ты сам бы попробовал. Давай, ну давай. Чего? Да тебе не попадаются такие карты. А такие тоже не попадаются? Ого, даже щадит тебя игра уже, она тебя не убивает лишний раз. Все, я лечу. Это далеко, максимум 200, что тебе светит. 150. Ну давай, ставки, 200. Ух ты, блин, слушай, у тебя что, счетчик что ли стоит? Да, Гейгер. Все. Ха-ха-ха. Вот хоть бы тебе такая же карта, как мне попалась. Ты видел, сколько там шипов было? Нет, я вообще смотрю, потолок играю. Если бы смотрел в игру, бы заработал еще больше очков, понятно? Нет, ну ты видал? Вот вы сами оцените вообще. Я, конечно, понимаю, что я даже в стол врезала. Но это не считается. Да. Это случайно. Я еще к тому же кнопку забыла, какую жать надо. Ржать надо? Ржать. Ты вот сам посмотри. Да и ты меня достал, я из тебя уже реально сбиваюсь. Я тебя заразила. Заразите меня полностью. Давай вот. Что? Я сейчас пройду. Вот смотри, вот сложный момент. Нужно как-то... Да вот где он сложный? Бах-бах. Этот был несложный. Слушай, мне кажется, твои критерии как-то это... Ты немножко подсуживаешь себе. Тебе нет, кажется... ну ты видел там... Я, конечно, вот я тебе говорю, я себя не защищаю в том смысле, но что защищаю. Я отступила. Но там реально сложно было. Согласись, тебе еще такого ладно, не попадалось. Ладно, давай рассудим, ребятуни. Как там, было сложно или нет? Мы я считаю, выясним, что было сложно. Нам нужны свидетели, срочно. Вот там, где, знаешь, несколько подряд, вот здесь шипы, и прыгаешь там шипы. Ну смотри, вон видишь, вдалеке. Вон, видишь, ну, сложно, пипец. Сложно. Я не могу, я не знаю, как я это сделаю. Нет, это не так. Че ты сравнил жопу с пальцем, блин? Ну уж извините. Больше сравнивать нечего. Мне даже деться было некуда. Вот смотри, как сложно. Блин! О, да! Я считаю, что это просто фальсификация данных, монтаж и все остальное. Да, да, ладно, да. Ладно, давай, стартань. Вот сейчас, вот смотри, сложно тебе сейчас? Ой, пипец, как бы тут... Ой! Ой, почему? Блин. Дай свои. Пэл. Ну, вот это несложно. Ну, специально для тебя, Юль. Вот сейчас попробуй, покажи вот свой навык, тогда раз несложно. Ну, вот как минимум трясок. Блин, а как... Она раз нажала. Вот, а как вышло? Ты свои попытки все раскатала, между прочим.
Видишь? Звук нужен, мне кажется, специальный. И столб тут. Я его даже, кстати, сначала не заметил совершенно. А ну, я заметила. Мне кажется, Юль, прямую карту нужно сделать. И то возникнут небольшие сложности в прохождении. Блин, я хотела упасть. Ну нет, а как вот тут реально пройти-то? Нужно не раздуваться, просто перепрыгнуть шипы, а потом уже и пробел, собственно, нажать. В общем, что могу сказать? Среди маленьких игр есть достойные. Вот чтобы реально убить... свое время. Ты согласна? Да, особенно мое. Убить себя. Ну, время и нервы. Вот серьезно, пишите свои результаты, кто как далеко допрыгнет. У меня вот рекорд был 742. Давай, кто побьет Юлин рекорд 200, что ли? Ставьте лайки обязательно, да? Давай, Юля, вот сейчас вот у тебя реально шанс вот на миллион. Представляешь, на тебя смотрят сейчас много людей. Вот у тебя ответственность выше, чем у любого президента. Ну, понимаешь? Блин, ну ты хоры меня, ты смущаешь. Все, ты должна собраться. Вот сейчас все. Вот сейчас проиграешь и все, позор. Ну просто. Все, хоры. Что хоры-то? Меня тут смущает. Я наоборот тебя мотивирую, чтобы ты получил максимально хороший результат. Ого, она уже прям по крышкам бегает. Загналась только. Офигеть, смотивировалась. Она говорит, не надо меня смущать. Она уже все, давай, Юля. Нихера себе. Фига. Нет, она... Нет, это вообще отлично, я тебя смотивировал. Ладно, ребят, это был Робот Рейс, офигенная игрушка, ссылку мы оставим в описании. Короче, ставьте лайк еще, если вы не ожидали от Юли. Да, это было круто. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения, бубликов и печенья, наверное. Пока. Всем пока.